отказывается что-либо предпринимать. Надо сказать, что смелость... В общем, как-то так, да, ты решила посмотреть. Да? На этот раз решено припереть стулом... А я буду делать распаковку. Хорошо? У меня тут морковка пришла. Видела морковку? Бенчмейт. Китайский. Какая коробочка. Какая упаковка. Какая морковочка. Ты глянь. А? Какая морковочка. Смотри, морковочка почти по центру. Но это мы поправим. Харизматичненько так. Между прочим, Иван Беговец сделал дизайн. Типа Широгоров. Типа G10 на рукояти. Ну, видно, что подшипник, но чуть-чуть не дотянули. Хотя не дотянули. Лайнер у нас на самом начале. Ну как тебе, морковочка? Нормально. Нормально. Посмотрим, как режет. Нет. Коробочку режет хорошо. Смотри. Вообще режет бомба. Стоун Вотч небольшой. Да? Толстенный такой, массивный. Монстр, да. Вот монстр, самый настоящий. Плавничок. Подшипнички. Прям вообще огонь. Клипса жесткая. В общем, как-то так, да? Немножко не по центру, но ничего, это мы поправим. Эй, малявка, колбаску будешь пробовать новую? Подожди, да? Довольно-таки удобно, несмотря на толщину обуха. Малявка, иди попробуй. Я не малявку. Ну хорошо, на.
Попробуй. Как тебе колбасня? Нормально. Еще кусочек. Шопку. Самое вкусное. По-моему, колбасу. Точно. Тест на бутербродоустойчивость. Бутербродопригодность 9 из 10. Очень вкусная колбаса, советую. Да? Молодец. Ты мандаринку пришла брать? Любительница колбасы. А все такие маленькие мандаринки есть дома. Ну дай мне одну попробовать. Самую маленькую. Она как не настоящая, как. Как игрушечная. Да. Пойду. На сырок. А можно мне нарезать? На. Спасибо. Беги. У тебя, как обычно, своя атмосфера, да? Начистила мандариночек. Они, кстати, настоящие. Ну да, вкусные. Съешь и не кривись. Самая маленькая свежая дольку.